Пожалуйста, немедленно скажи ему комплимент. Не получается. Нати, душка, душка. Большое спасибо. Итак, я вам предлагаю сделать упражнение, которое позволит нам успокоиться, расслабиться и сосредоточиться. Дышите вместе со мной. И успокаиваемся. Успокаиваемся и теперь рассмотрим, откуда же и куда мы можем сделать стежок. Откуда же он исходит? Вот в чем главный вопрос. И это не глупость, а очень важный вопрос. Я допускаю, что этот вопрос может стать... Бата, вы целы? Да, но только не могу найти свои очки. Вот они. Леон, куда собрался? Ты предложила нам дурацкие костюмы. Ладно. Я даже согласился исполнить песню, от которой меня тошнит. Но другой аранжировки не будет. Леон, прекрати, не капризничай, тебе это не идет. Это я капризный? Ты влюбилась и хочешь, чтобы мы по тебе подстраивались. Остановитесь на этой аранжировке. Пойте без меня. И без меня. Марионетка буквально все повторяет за Леоном. Да, буквально все за Леоном повторяет. Виолетта? Леон. Как дела? Хорошо, я уже ухожу. Слушай, я могу помочь подготовиться к экзаменам, если хочешь. Нет, я передумала, я не буду поступать. Почему? Просто не готова к этому. Ты чем-то расстроена? Иди ко мне. Так лучше? Спасибо. Ты для меня остаешься загадкой. Но знай, я в твоем распоряжении. Ты всегда можешь выговориться. Хорошо. Мне так легко с тобой. Спасибо.